Social AUA – платформа для проведения онлайн-мероприятий. Еще одна, но мне ее советовали. Вообще, сделал много скринкастов по подобным сервисам, например, Zoom является одним из них. Посмотрим, как с этим Social AUA. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Кстати, насколько я понимаю, за время, пока я готовил скринкаст, Social AUA сменил название. Теперь это Frameable. Имейте в виду. И начнем с цены, которая выглядит, скажем, прямо пугающе. $250 за одно мероприятие до 2 часов и до 100 человек. Не знаю, не берусь судить, решать вам, но тут есть бесплатный тариф, сильно урезанный, но в целом я бы сказал, что провести небольшое мероприятие на бесплатном тарифе можно. Авторизуемся, и этого, в общем-то, достаточно. Мы в шаге от запуска мероприятия. Тут нет кнопки «Старт», ивент запускается автоматически, когда наступает время, заданное вот здесь. Дата и время. Время старта, время окончания. Кнопки «Завершить мероприятие» тут, кстати, тоже нет. Оно завершится в то время, которое вы тут выставите. На бесплатном тарифе максимальная продолжительность 1 час. Я поставил текущее время начала, и по сути мероприятие уже идет. Написано, видите, «Live». Ну, в принципе, если хотите закончить, меняйте просто время старта на прошедшее. Пока мероприятие не началось или уже закончилось, подключиться к нему никто не сможет. А подключаются к нему по ссылке, которую вы копируете и отправляете любым удобным способом. Человек вставляет ссылку, если он авторизован в этом браузере Frameable, то авторизовываться не нужно. В принципе, тут возможно и анонимное подключение без заведения аккаунта, но об этом в конце. Собственно, все. Join. Вот так это выглядит для участников мероприятия. Это вид мероприятия лаунж, гостиные. Еще есть сцена. Ну, с гостиными понятно. Вы заходите в любую гостиную и общаетесь с теми, кто там находится. И люди в соседних комнатах вас не слышат. Сейчас дождемся. А вот, некто Сергей также зашел в комнату. О, это же я, говорят Сергей. Ну, тут рассказывать особо не о чем. Все стандартно. Камера, микрофон, смайлики. Расшарить экран. А вот как это выглядит у хоста. Человека, который запустил мероприятие. Никак не выглядит. Он видит участников, кто в какой комнате, но сделать ничего не может. И общаться не может. И даже чат не может читать. Тут есть чат, кстати. Можно писать директ сообщения, либо всем. Ну так вот, хост и сообщения эти не видит. Поэтому я не очень понимаю, зачем они это сделали. Возможно, есть какая-то хитрая галочка, но я ее не нашел. В общем, выход один. Настроили ивент, зашли из другого браузера под другим именем и участвуете в ивенте. Если надо что-то докрутить, вернулись в браузер, где вы хост. Собственно, у меня сейчас так и сделано. Один компьютер, два браузера. А что можно докрутить? Ну, самое главное – поменять представление. Это только хост может сделать. И делать это можно в процессе ивента. Сменить гостиные на сцену. Ну, тут принцип понятен. Сцена – это один выступающий, и остальные его слушают. Ну, точнее, выступающих может быть несколько. Что еще можно сделать со стороны хоста? Сергей, видите, тут хост. Можно у него забрать это почетное звание, а также сделать его ведущим, выступающим. Можно, например, сделать выступающим Владимира Ломова. Тогда у него появляется такая кнопка, типа «Залезть на сцену». Тогда его слышат и видят все в зале. И он может расшарить экран. Выглядит это так. Видно и спикера, и экран, имейте в виду. Экран в небольшом окне. Уходим со сцены. Кроме презентера, можно сделать человека хостом. По идее, тогда он смог бы менять представление комнаты, но только на платном тарифе. На бесплатном представление меняет только первый хост, организатор. Зато он может кого-то вытащить на сцену и подняться сам. А также усадить спикера. Ну, в общем, у него появляется ряд дополнительных возможностей, которые пропадают, если у него забрать роль хоста. Что еще? Про настройки. В случае с гостиными. Гостиных у вас может быть много, а вот количество человек в каждой ограничено 5 на бесплатном тарифе. Гости у вас сразу не появляются, это я их уже нашел и добавил. Вот здесь нужно выбрать кого-то из присутствующих в ивенте и потом уже раздавать ему роли.
Участник не сразу покидает ивент, сначала он выходит из комнаты, и потом у него появляется кнопка «Покинуть ивент». И достаточно важно. Где-то не здесь, а вот здесь. По умолчанию тут стоят только три этих галочки. А значит, авторизоваться участники смогут только с помощью Google, Microsoft и LinkedIn. По меньшей мере, нужно дать им возможность авторизовываться с помощью email, а может даже разрешить им участвовать анонимно. Но это уже зависит от мероприятия. Ну не знаю, вроде достаточно миленько, а цена? Ну что цена? Для солидной конторы или платного ивента может быть и не так много. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий. Thank you.